Сменив строгие костюмы на спортивные и вооружившись граблями, метлами и мешками для мусора, вышли на субботник сотрудники МинЖКХ и администрации Пролетарского района. В парке Революции убирают опавшие листья, гребут, собирают, укладывают и вывозят. Желто-красная листва в парке – это, конечно, где-то красиво, где-то романтично, но никогда она кучами лежит под ногами. Отслужив свое, листья становятся мусором, но сжигать его на месте нельзя, а значит, приходится вывозить. И субботник завершения осеннего месячника чистоты для этого самое время. Это очень хорошая традиция, потому что здесь причем задействованы и школьники, и молодежь, студенты, предприятия, организации, бюджетные учреждения, коммерческие. То есть все вышли на этот субботник с тем, чтобы навести порядок в своем доме. Потому что Ростовская область, Донской край – это наш большой дом. Итоговая субботняя генеральная уборка велась во всех городах и районах области. Поучаствовали в ней больше 28 тысяч человек. Убирали мусор, листья, ветки и камни. Месячники чистоты в нашей области проводятся традиционно дважды в год – весной и осенью. Далее у нас еще последует такая тоже хорошая акция. Это день осеннего древонасаждения. Также, собственно, мы проводим его весной, в апреле и вот сейчас в октябре. Поэтому также приглашаем сразу всех поучаствовать и в дне древонасаждения. Дарья Петренко, Владимир Савилов, Первый Ростовский.